почему вы решили идти в Единую Россию? Почему они не в НДПР, не в КПРФ, не в Единую это, не в Справедливую Россию? Почему вы выбрали Единую Россию? Само название даже. Единая Россия. Мы считаем, что... За 18 лет что она сделала, ваша Единая Россия? Прошу прощения, да. Почему вы идете в эту Единую Россию? Я обратился в Единую Россию депутатом областного совета. Он крыльями как петух похлопал, и все, он говорит, я ничего не могу сделать. А вывеска висит, прием граждан по личным вопросам. Почему вам люди к ним делают? Его люди выбирали. И вас выбирают, тоже народ будет выбирать. Вы что сделали народу? Вы говорите о работе. Одна женщина у вас устроилась в ларьке. Ваш братик хотел ее. Как вы ее на второй день выгнали? Я сейчас ее не вижу. И вы говорите, вся пистолетка говорит, что вы вор. Вся пистолетка. И вы еще лезете в эту партию. Все покрали. Заводы разорили, все разорили, детей разорили, молодежь разворотили. Пенсионеры уже все. Молодым везде там тюрьма, старикам гнет пришел. И вы сидите еще говорите о людях. О каких вы людях можете сказать? Пенсионеры вон идет, второй сын там идет. Я пришел проездной на дорогу, пришел на защиту, куда надо. Точно так же. Вот так вот. А вы идете еще с народа. Надо думать о людях, а не о себе. Вы ради своего благородства идете в эту депутацию. Там вольё все собралось, всю Россию продали, заводы продавили, все, люди работать не ездят, 45 устроиться не могут. Молодежь он дал аккорды, все принимает. Если ноги красивые, значит примет. Кривые, значит уходи отсюда. Уважаемые избиратели, а вы говорите, да, любите, я призываю всех вольян. И так хватает там вольян этого. Мужчина, успокойтесь. Успокойтесь. Призываю всех порядку. Мы, во-первых, не укладываемся в регламент, во-вторых, мешаем депутату, то есть кандидату ответить на вопрос.